Великий мистик 20-го столетия Георгий Иванович Гурджиев говорил, что тело человека подобно повозке, все трущиеся детали которой самосмазываются, если она ездит по ухабам. Если же повозка долго стоит без движения, то все детали приходят в негодность, их нужно менять. Такой возможности у человека нет. Выход – активное движение, все суставы, связки должны быть хорошо размяты, мышцы быть в тонусе. Принимая новые позы, мы заставляем энергию течь по другим энергетическим каналам. Она обживает новые территории, кристаллизуя, закрепляя наши тонкие состояния. Происходит так называемая закалка клинка. Неудобную фиксированную позу можно сравнить с холодной водой, в которую опускают раскаленную заготовку будущей сабли. Кристаллы нашей стали становятся нерушимо твердыми, новое наше состояние – более доступным и управляемым. Прежде чем приступить к выполнению основного комплекса упражнений, мы покажем вам, как выполнять технику брюшного дыхания, которая называется «дыхание огня» в традиции кундалини-йоги, и массаж брюшной полости – наули. Дыхание огня делается таким образом. Вы втягиваете живот одновременно с резким выдохом. Потренируйтесь сейчас вместе с инструктором. Это несложно. Следующая техника требует более серьезной и продолжительной тренировки. Наули – массаж брюшной полости. Это практика сокращения и изолирования прямых мышц живота. Прямые мышцы живота – это две длинные вертикальные мышцы, расположенные в передней части живота, которые идут от точки, расположенной под центром грудной клетки, около диафрагмы, до лобковой кости. Хотя в науле вы манипулируете этими мышцами, используются также косые и поперечные мышцы живота. Расставьте ноги на ширину плеч, согните ноги в коленях и обопритесь кистями чуть выше колен, большие пальцы рук на внутренних сторонах бедер, а остальные пальцы на внешних. Можно держать кисти и так, как показано на рисунках. Голову не опускайте, глаза должны быть открыты. Глубоко вдохните через нос и быстро выдохните через рот, слегка сморщив губы. Прижмите подбородок к груди и задержите дыхание. Втяните живот и желудок внутрь, выполняя Уддьяна Банху. Слегка приподнимите правую руку над коленом, удерживая вес на левых руке и колене, но не наклоняйтесь в левую сторону. Это автоматически изолирует прямые мышцы живота в левой его части. Затем перестаньте выполнять Уддьяна Банху, медленно поднимите голову, встаньте прямо и медленно вдохните. Это наули. Практикуйте таким же образом на правой стороне. Когда у вас начнет получаться и на правой, и на левой стороне, начните вращать мышцы. Вводные дыхательные упражнения. Выполняйте эти техники вместе с инструктором. Вы разогреете мышцы, приведя их в тонус, и подготовите себя к основному курсу. Следите за ритмом и дыханием. Делаем вдох, разводя руки в стороны, наполняемся энергией и бросаем руки вниз с резким выдохом. Вместе с выдохом сбрасываем все напряжения, которые накопились в теле, пусть они исчезнут глубоко в земле. Дышим носом.
Достаточно. Теперь выполняйте такие движения вместе с инструктором. Вдох. 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 Используйте ваше внимание как инструмент и поместите его в центр живота. Всеми своими ощущениями пребывайте там. Делайте эти движения из этого центра, из центра живота. Вдох. 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 Достаточно. Теперь вместе с выдохом выбрасывайте руки вверх, посылая всего себя из центра живота вверх в пространство. Представьте, что вы расширяетесь в бесконечности. Осознавайте ваше тело пустым, теряющим свои границы во Вселенной. Теперь посылайте ваше внимание вверх и в стороны. Достаточно. Вдох, выдох. Задержите дыхание и прогнитесь назад. Выдох. Чувствуйте, как энергия наполняет все ваше тело живительной силой. Втягивайте живот на задержке дыхания. Попробуйте выделить жгут продольных мышц живота. Вдох, выдох. Задержите дыхание и прогнитесь назад. Помните о том, что каждая поза должна доставлять удовольствие. Она должна быть комфортной. Не совершайте усилия для ее выполнения. Надавите локтями на колени, задержите дыхание и попробуйте выделить жгут продольных мышц живота. Теперь дыхание огня. Ритмично втягивайте живот на выдохе. Вдох, выдох. Задержите дыхание.
Пребывайте внутри тела, наслаждайтесь ощущениями. Не отвлекайтесь на мысли. Если это происходит, то возвращайтесь обратно в тело, в мир ощущений. Вдох, руки вверх, теперь наули, массаж брюшной полости. Достаточно. Не теряя состояния, перейдем к следующим упражнениям. Приветствие солнцу. Эта последовательность поз практиковалась сотни лет, традиционно лицом к восходящему солнцу. Приветствие дает стимулирующую разминку для выполнения любых асан в любое время дня. Равномерное и глубокое дыхание, открытые движения разогревают тело, придают гибкость. Последовательность состоит из прямых и обратных загибов, которые соединены в непрерывном потоке. Ноги вместе, ладони перед грудью. Поприветствуйте весь мир. Почувствуйте, как он мягко обнимает вас, даря вам умиротворение и покой. Поднимите руки над головой. Тянитесь вверх за руками и почувствуйте свое тело от ступней до кончиков пальцев. Постарайтесь пребывать в центре живота. Раскройте руки и почувствуйте, как энергия солнца втекает в вас. Открывается грудь и горло. Прогнитесь в пояснице. Дышите ровно и свободно. Постарайтесь во время выполнения этих движений все время ощущать присутствие в теле. Сосредоточьтесь на внутренних ощущениях.
согнитесь вперед, по возможности положите ладони рядом со ступнями. Ноги прямые. Почувствуйте, как ваше тело свободно повисает вниз, и внимание стекает от самого копчика глубоко-глубоко в землю. И еще дальше вниз, растворяясь в пространстве. Вдох, и на выдохе сделайте выпад правой ногой, отставив левую назад. Почувствуйте, как происходит вытяжение мышц из левой ноги через все тело. Внимание также перетекает от левой ноги к центру между бровями. Вдох. Вытолкните бедра назад и вверх в позу собаки, смотрящей вниз. Копчик тянется вверх. Дышите этой областью. Вдох. Опустите колени и грудь на пол. Подбородком коснитесь пола. Распределите равномерно вес. Дышать нужно грудью. Внимание тоже находится в области груди. Thank you.
лягте на живот и расслабьтесь. Мягко продвиньтесь вперед в позу кобры. Принимайте эту позу за счет напряжения мышц спины, а не за счет опоры на руки. Стремитесь раскрыть грудь и горло за счет того, что вы сводите лопатки вместе. Такое раскрытие победит любую сутулость. Почувствуйте, как мышцы тела вытягиваются. Внимание в центре между бровями. Теперь вдох. Вытолкните бедра назад и вверх в позу собаки, смотрящей вниз. Найдите комфортное положение. Почувствуйте, как тело просто скользит вниз, повисает. Сделайте выпад левой ногой, отставив правую назад. Дыхание мягкое и свободное. Придвиньте правую ногу и согнитесь вперед, положив ладони по возможности рядом со ступнями.
Станьте прямо, руки вверх. Тянитесь за руками. Ощутите, что ваше тело – это натянутая струна. Прогнитесь в пояснице. Вновь встаньте прямо, руки вверху. Ладонями друг к другу. Ладони перед грудью. Ощутите в сердце искреннюю благодарность миру за то, что он подарил вам существование в этом времени и в этом пространстве. Лягте на спину, отдохните немного. Возвращайтесь в тело после релаксации. Поднимайтесь на ноги. Продолжим упражнение. Сцепите руки в замок и выверните кисти, как показывает инструктор. Максимально прогнитесь назад. Делайте это на задержке дыхания. Наклонитесь вперед, сцепленные руки параллельны полу. Головой коснитесь, по возможности, колен. Почувствуйте, как область поясницы освобождается от накопившихся напряжений и раскрывается. Найдите наиболее комфортное положение.
выпрямитесь и вновь прогнитесь назад. Теперь опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширину плеч. Будем выполнять боковые наклоны. Вдох, рука вверх. И на выдохе тянемся вслед за рукой. Чувствуем, как правая сторона растягивается. Происходит вытяжение мышц. Найдите комфортное положение. Вдох. И то же самое в другую сторону. Растягиваем мышцы левой стороны. Тянемся вслед за рукой. Перед тем, как принять любую позу, делайте вдох и принимайте ее на выдохе. Достаточно. Ноги шире плеч. Правой рукой коснитесь ступни левой ноги. Глаза смотрят вверх, вдоль левой руки. Дыхание ровное и свободное. Очень важно тянуть мышцы руки вверх, а макушку вперед. Достаточно, руки в стороны. Поменяйте сторону. Достаточно. Сделайте несколько вдохов и выдохов и прогнитесь назад в пояснице, задержав дыхание. Согнитесь вперед, стремясь достать локтями пола. Помните о том, что вы просто повисаете телом вниз, что эта поза должна быть комфортной для вас. Сделайте вдох. Ноги шире плеч. Прогнитесь вперед. Руки тянутся вперед, таз назад. Почувствуйте, как растягивается позвоночник и вытягиваются мышцы спины.
Теперь ноги на ширине плеч. Прогнитесь вперед. Вдох. И на выдохе сделайте волнообразное движение, после которого примите позу собаки, смотрящей вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Повторите это несколько раз. Тянитесь вверх мышцами спины. Зафиксируйте тело в позе собаки, смотрящей вниз. Опустите колени и грудь на пол. Подбородком коснитесь пола. Руки вытяните максимально вперед. Теперь сядьте и сделайте несколько вдохов и выдохов. Вдох. Подтянитесь за руками вверх. И выдох. Почувствуйте, как вытягиваются мышцы спины. Просто лягте на ноги. Найдите удобную, комфортную позу. Главное в этой позе, как и в других, расслабление. Сделайте вдох, прогнитесь слегка назад и опуститесь еще немного дальше, еще глубже расслабляясь.
Протяните руки вперед. Теперь медленно разведите руки в стороны и прогнитесь назад, опираясь о них. Оставьте руки и ступни ног в том же положении, придвиньте таз к пяткам, согнув колени. Поднимите таз и зафиксируйте тело параллельно полу. Теперь сядьте на пол. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Ступни друг к другу. Обхватываем пальцы ног и локтями упираемся в голени. Таким образом вытягиваем позвоночник. Делаем еще более сильное вытягивание. Внимание в позвоночнике. Протяните руки вперед. Сядьте, раздвинув ноги в стороны, вывернув ступни подошвами вверх. Упираемся сзади руками и слегка отрываем таз. За счет легких покачиваний расслабляем область таза, колени естественно уходят вниз. И за счет этого отпускаются напряжения. Это блестящая подготовка к лотосу. Вытягиваются мышцы ног и крестцовой области. Подайте тело вперед и покачайтесь на ступнях. Таким образом, крестцовая область еще более расслабляется и освобождается от напряжений. Теперь упираемся локтями в ступни для еще большего вытяжения позвоночника. Руки вперед. Максимальное вытяжение позвоночника. Тянитесь позвоночником вперед за руками. Сделайте несколько произвольных движений, усиливающих вытяжение мышц позвоночника. Вытяните руки вперед и расслабьтесь. Это прекрасная и комфортная поза для отдыха. Возьмитесь за большие пальцы ног и посидите так, наблюдая за дыханием.
Наклонитесь вперед, обопритесь подбородком о кисти рук. Вновь вытяните руки вперед. Достаточно. Сядьте прямо, опираясь на руки. Прогнитесь в спине, подав колени вперед и опираясь тазом на пятки. Сядьте на корточки и, упираясь локтями в колени, почувствуйте, как тянется крестцовая область. Таким образом, мышцы позвоночника и крестцовой области наибольшим образом растягиваются. Вытяните руки вперед, опустив корпус между ног. Коснитесь руками пола. Достаточно. Опуститесь на пол, коленями и грудью, касаясь подбородком пола. Руки вперед. Это поза отдыха. Найдите положение, когда грудь и горло максимально раскрыты, и отдохните в этой позе. Помните о том, что вес должен быть распределен равномерно. Вытягивайте мышцы позвоночника за счет такого положения локтей. Примите позу кобры. Если в момент выполнения асан вы почувствуете напряжение в какой-то области, дышите этим местом, и напряжение обязательно рассеется. Прогнитесь глубоко назад. Не упирайтесь сильно руками в землю. Тянитесь позвоночником за счет разворота плеч. Повернитесь корпусом вправо и посмотрите назад.
поменяйте сторону. Делайте это только за счет мышц спины. Обхватите руками лодыжки, прогнитесь, слегка покачиваясь. Лягте на живот и отдохните. Примите позу собаки, смотрящей вверх. Прогнитесь глубоко назад. Расставьте широко ноги, опираясь на пальцы. Соедините ступни. Прогнитесь в пояснице. Поищите положение, чтобы таз максимально раскрылся, и прогнитесь еще глубже. Выполните несколько волнообразных движений. Лягте на колени, руки вперед. Волнообразные движения всем телом. Зафиксируйте тело в позе собаки, смотрящей вниз. Садитесь на левую ногу, правую в сторону. Упираясь локтем в левое колено, максимально прорабатываем тазобедренный сустав. Все внимание в тазобедренной области. Дышим этим суставом.
Руки вверх. Тянемся вверх всем телом, за руками. Скручивание. Обхватите левой рукой правую стопу. Несколько скручиваний. Положите голову на правое колено. Правая рука скользит по левой и направляется вверх. Взгляд направлен в небо. Поменяли руку. Теперь левая рука скользит по бедру и направляется вверх. Взгляд вновь направлен в небо. Достаточно. Теперь, сохраняя положение выпада, обе руки направьте вверх, взгляд направлен вперед, за горизонт. Максимально прогнулись в спине. Достаточно. Взгляд перед собой. Сели на правую ногу, растягивая связки левой. Упираясь правым локтем в колено, вновь прорабатываем тазобедренный сустав. Руки вверх, выпад на правую ногу. Коснитесь пальцами рук пола и посмотрите вверх. Скручивание. Возьмитесь правой рукой за ступню левой ноги и достаньте пяткой таза.
скручивание. Лягте на левую ногу, коснитесь лбом колена. Нога прямая. Правая ладонь у правой ступни, левая вверх, поворот головы влево, взгляд вверх. Поменяли руки и угол поворота. Теперь правая рука скользит по бедру и направляется вверх. Взгляд направлен в небо. Достаточно. Упираемся левым локтем в правое колено. Правая рука сзади. Скручивание. Происходит активное вытягивание позвоночника. И попытайтесь расслабиться в этой позе. Теперь симметрично в другую сторону. Достаточно. Наклонитесь вперед, обхватив ступни руками, лоб к коленям. Достаточно. То же самое, но правая стопа на бедро.
отвели правую руку назад за спину и схватились ею за пальцы правой ноги. Достаточно. Тоже проделаем и с левой ногой. Сели с прямой спиной. Лягте на спину. Теперь правое колено тянется к левой руке. За счет усилия рук вытягиваем позвоночник в этой позе. Выпрямили правую ногу и достали ступней пальцев левой руки. Если тело хочет делать какие-то движения, усиливающие эффект скручивания, делайте их. Нога тянется в одну сторону, а голова в другую. За счет этого усиливается скручивание. Поменяли ногу. Левое колено тянется к правой руке. Thank you.
выпрямили левую ногу и достали ступней пальцев правой руки. Усилили скручивание. Достаточно. Легли ровно на спину. Притяните ноги к себе, насколько это возможно. Возьмите руки в замок и за счет этого сведите плечи, освободив шею от напряжений. Подняли ноги вверх и выполнили стойку на плечах. Ноги прямые. Тянитесь за ногами вверх. Упираемся руками в поясницу. Поддерживаем тело. Теперь разводим ноги в стороны и вращаем ими в разные стороны. Достаточно. Вновь заведите ноги за голову. Можно согнуть ноги в коленях. Поищите комфортную позу для отдыха. Достаточно. Легли ровно на спину. Теперь обхватите руками щиколотки и выгните спину вверх. Отпустите щиколотки и сделайте мостик. Дыхание спокойное и ровное. Сначала встаньте на голову. Потом прогнитесь в груди, переместив вес на руки. Поищите удобное положение, чтобы грудь раскрылась. Достаточно.
лягте на спину и погрузитесь в релаксацию. Japare mana, japare mana.
Заканчивайте релаксацию. Желаем вам хорошего дня, бодрости и здоровья. Japan.